Доброе утро. Майк очень подробно рассказал о том, как важно иметь бизнес-результаты, как важно, чтобы те технологии, которые мы называем цифровизацией, приносили ощутимые результаты инвесторам. Давайте посмотрим, какие основные цели ставятся перед цифровой трансформацией промышленных предприятий. Во-первых, это безопасность. Здесь все очень просто. Нулевой уровень травматизма, отсутствие чрезвычайных ситуаций, полная безопасность сотрудников в течение рабочего дня. Результатом цифровизации становятся два ключевых момента. Во-первых, люди больше не выполняют опасные работы. Сегодня утром мы уже говорили о том, как использовать технологии, чтобы машины выполняли опасные работы вместо людей. Во-вторых, это непрерывный мониторинг местонахождения сотрудников и контроль за условиями работы для выявления потенциальной опасности. Любой производитель хочет получать от производства максимальные финансовые результаты. Для этого уже было сделано многое. Предприятия из разных отраслей промышленности инвестируют в средства управления и оптимизации технологических процессов. Мы хотим вывести это на новый уровень за счет передовых моделей, знаний об энергопотреблении и надежности оборудования для создания по-настоящему комплексной картины оптимизации производственных процессов. Как я уже сказал, предприятия разных отраслей объединяет потребность в надежности оборудования. Возможно, это и есть наиболее очевидный объект цифровизации. Независимо от того, какой продукт вы выпускаете, неисправность оборудования всегда ведет к большим потерям. Если бы мы могли использовать цифровые технологии для прогнозирования и предотвращения неисправности оборудования, подобная возможность стала бы большим плюсом для компаний. Технологии дополненной и виртуальной реальности, а также двусторонние цифровые коммуникации помогут значительно сократить время на подготовку полевых специалистов. Теперь они будут самостоятельно выполнять работы, получая удаленные консультации от экспертов. Без сомнения, контроль за энергопотреблением и выбросами в окружающую среду — это еще одна область применения новых средств измерений и инструментов для анализа данных. Майк уже отметил, что очень важно проводить цифровую трансформацию не только самих технологий, но и сотрудников. Важно, чтобы сотрудники были открыты к использованию новых технологий и цифровых инструментов, готовы к связанным с ними изменениям производственных процессов. При этом технологии должны быть надежны, чтобы сотрудники могли руководствоваться ими в работе. Компания Emerson — это поставщик средств автоматизации. Поэтому мы хотели бы сравнить цифровую трансформацию с автоматизацией, поскольку цифровизация является ее логическим продолжением. Независимо от того, что производит ваше предприятие — сталь, бензин, химикаты или фармацевтические препараты — на протяжении последних 30-40 лет на нем активно применялись многочисленные цифровые инструменты автоматизации. Насколько я могу судить, это далеко не первая цифровая трансформация производства. Подобное уже имело место в 70-80-х годах, когда промышленные предприятия начали использовать цифровые технологии для управления технологическими процессами. Слева представлена, надеюсь, всем знакомая замкнутая схема управления технологическим процессом. Сначала происходит сбор данных от сенсоров, затем осуществляется их обработка комплексными алгоритмами и программными средствами с учетом процессов и производства. Далее, для обеспечения корректной работы всей схемы, незамедлительно приводятся в действие исполнительные механизмы. Но на предприятии есть и другие технологические процессы, которые не укладываются в рамки такого замкнутого цикла. Объем технологических данных может быть ограничен. Их сбор может осуществляться вручную, а анализ практически не проводится. Примеры таких процессов — это контроль за надежностью оборудования,
мониторинг безопасности процессов и сотрудников, а также управление энергопотреблением. Говоря о цифровой трансформации, мы видим, что нужно замкнуть круг или автоматизировать все эти области. Во-первых, нужны данные. Цифровые, воспроизводимые, актуальные данные в режиме реального времени для принятия верного решения. Источником этих данных становятся новые средства измерения, либо совершенно новые технологии сбора данных, например, с помощью дронов. Затем, посредством надежной общедоступной сети интернет, происходит передача данных на любой компьютер, в любое приложение или любому сотруднику в любой точке мира. Затем проводится анализ этих данных с помощью новых технологий. Например, цифровых двойников, аналитики с элементами машинного обучения или с привлечением сотрудников-экспертов. Благодаря облачным хранилищам мы имеем практически неограниченные возможности для анализа, хранения и обработки данных с помощью аналитических инструментов. Вся эта работа направлена на одно — совершение действия. Зачем собирать данные, если вы не планируете их анализировать и предпринимать какие-либо действия в замкнутом процессе? Плюс в том, что необходимые инструкции можно передать любому сотруднику, находящемуся в любой точке мира. Благодаря использованию мобильных инструментов, исполнитель работ может находиться за много километров от точки, где были получены или проанализированы данные. Наша с вами повседневная жизнь тоже подверглась цифровой трансформации в рамках этого круга. Сейчас мы принимаем решение поехать или сходить куда-то с учетом новых цифровых данных и аналитики в мобильных устройствах. Раньше такое было невозможно. Теперь мы знаем о вероятности снегопада или дождя во время футбольного матча задолго до его начала. Мы меняем планы и действуем, проанализировав цифровые данные. На основании этих данных мы принимаем решение изменить стандартный маршрут из-за пробки или дорожного происшествия. Мы меняем производственные процессы и поведение с учетом данных и рекомендаций от аналитических инструментов. Эти технологии делают возможными новые бизнес-модели. Традиционно именно сотрудники производственных предприятий занимались оптимизацией технологических процессов. Они самостоятельно собирали данные и обрабатывали их с помощью ПО здесь же, на предприятии, привлекая к поиску решений собственных инженеров. Но в течение последних 8-10 лет появилось множество географически удаленных объектов, таких как шахты и морские, нефти и газодобывающие платформы, в результате чего появилась идея центров управления интегрированным производством. Стало понятно, что можно собрать экспертов в одном центре, куда будут переданы все данные, вместо того, чтобы направлять эксперта на предприятие. Однако это по-прежнему происходило в рамках информационной системы одной компании и поддерживалось ресурсами только ее сотрудников. Благодаря цифровой трансформации и идее промышленного интернета вещей мы представляем новый подход к оказанию сервисных услуг Connected Services. Очевидно, что данные и эксперты могут находиться на очень большом расстоянии друг от друга. А это значит, что вам не обязательно привлекать собственных сотрудников к обработке и анализу данных. Вы можете приобрести эти услуги у других компаний.
Это очень интересная бизнес-модель, которую все больше и больше компаний, включая нашу, стараются предложить своим заказчикам. Давайте посмотрим, что делает Emerson в рамках этой модели сбора, передачи и анализа данных для принятия верного решения. Мы разрабатываем новые средства измерений для контроля разнообразных новых параметров, например, уровня энергопотребления и надежности. Мы очень много работаем над разработкой кибербезопасной архитектуры как для АСУТП, так и для передачи данных в сторонние компании или внешнее облако. Мы располагаем набором аналитических инструментов и приложений для решения стандартных отраслевых проблем. Кроме того, мы готовы предоставить свои услуги, сотрудников, знания и консультации, чтобы ваши инвестиции начали приносить реальные бизнес-результаты. Давайте рассмотрим несколько примеров. Это все та же модель, когда мы говорим о сборе данных, их безопасной передаче, обработке и принятии решения. Давайте поговорим о данных. Очевидно, что лишь в немногих производственных процессах организована передача данных в режиме реального времени или с использованием цифровых технологий. Многие компании имеют большие объемы данных о производственных показателях, но при этом совсем не контролируют состояние оборудования, уровни коррозии или энергопотребления. Однако многие из этих параметров нуждаются в оптимизации. При этом сбор таких данных происходит вручную. Сотрудник проводит визуальный контроль и записывает данные, но их никто не использует для принятия решений. Вот примеры наших разработок в области измерительных технологий для решения перечисленных проблем. Многие отрасли сталкиваются с проблемой коррозии, но при этом сотрудники предприятий даже не подозревают о ее существовании и не контролируют ее параметры. Даже если и пытаются контролировать, то используют устаревшие ручные методы, то есть металлические купоны. Мы представляем ультразвуковую технологию непрерывного мониторинга коррозии с беспроводной передачей данных и низким энергопотреблением. Этот прибор передает данные в аналитическое программное обеспечение, которое вычисляет уровень коррозии. У нас есть и многие другие решения, например, акустические датчики и датчики вибрации, которые используются для мониторинга надежности оборудования и выбросов опасных газов. Разница заключается в том, что эти параметры, как правило, не контролируются в ходе технологического процесса. Как передать данные туда, где они могут быть проанализированы? Мы разработали уникальную сетевую архитектуру, которая позволяет безопасно хранить данные в производственных системах. Мы говорим о распределенных системах управления, ПЛК и других средствах управления. Как отметил Майк, эти элементы обычно обособлены от других бизнес-систем. Неудивительно, ведь эти системы управляют процессами, нарушение которых может привести к человеческим жертвам и ущербу для окружающей среды. Ситуация усложняется, если вы хотите использовать эти данные в других приложениях, особенно за пределами информационной системы предприятия. Мы приложили немало усилий, чтобы гарантировать высокий уровень кибербезопасности для наших систем управления.
Мы сертифицировали систему управления на соответствие требованиям стандартов по кибербезопасности, которые действуют в том числе и в России. Кроме того, мы разработали новые технологии безопасного экспорта этих данных в облачные приложения либо другие информационные системы. Мы можем использовать разнообразные технологии, например, диоды данных, которые обеспечивают передачу данных только в одном направлении. Иногда мы используем полностью независимые сотовые сети, которые позволяют собирать данные для любых целей и передавать их дальше в облачный сервис. Практически на всех предприятиях есть журналы для регистрации данных. В них хранятся многолетние данные о ходе технологического процесса, но зачастую эти данные не используются, не обрабатываются в приложениях и не служат для принятия решений. Почему так происходит? Полагаю, причина в отсутствии приложений для обработки данных, с помощью которых можно принимать обоснованные решения. Я все чаще слышу от специалистов, которые занимаются изучением больших данных, что данные — это золото. Но я их всегда поправляю. Я говорю, что данные — это еще не золото. Данные — это золотая руда, которую нужно обработать, чтобы с ее помощью достичь значительных результатов. Соответственно, цель внедрения цифровых технологий заключается в создании простых приложений и простых моделей, которые помогут вам быстрее превращать золотую руду в золото. Давайте рассмотрим другие направления, например, надежность. Здесь тоже можно создавать модели и цифровых двойников оборудования. Хотя в течение долгого времени многое здесь выполнялось вручную. Мы в Emerson считаем, что возможно создать программное обеспечение и системную платформу, которые будут обрабатывать данные о надежности оборудования в формате замкнутого цикла, как сейчас происходит обработка технологических данных. Приведу пример контроля за состоянием насосов, которые используются практически во всех технологических отраслях. На многих предприятиях действует практика полевых осмотров, когда сотрудники вручную проверяют температуру корпуса, наличие вибраций или протечек. Если между этими осмотрами произойдет какая-то неполадка, то насос выйдет из строя, и об этом никто не узнает. Мы используем новые беспроводные технологии и датчики, которые будут непрерывно передавать данные о состоянии оборудования. Кроме того, мы представляем предварительно настроенное программное обеспечение со встроенной моделью насоса, которая оперативно передает ценную информацию о состоянии насоса. Мы поставляем такие предварительно настроенные аналитические инструменты и для другого оборудования, например, для конденсата, отводчиков, теплообменников и градирен. Как я отмечал, именно при обсуждении вопросов надежности возникает больше всего вопросов об окупаемости инвестиций. Как выглядит замкнутый цикл при контроле надежности? Нужно сочетать данные о состоянии технологического оборудования, полученные от измерительных приборов в режиме реального времени, исторические данные, данные систем управления и систем технического обслуживания. Эти данные поступают в аналитическую платформу, которая обладает элементами машинного обучения и информацией о возможных неисправностях оборудования. Платформа проводит высокоточный анализ и выдает информацию о текущем состоянии оборудования и дате его будущего отказа. В
случае, если происходит отказ, система имеет необходимые данные, чтобы установить его причину и перечень мероприятий по ее устранению. Таким образом, вы будете настолько уверены в системе, что автоматизируете выпуск заказа наряда на ремонт и заказа на поставку деталей от поставщика. Вместо предварительного полевого осмотра вы будете направлять сотрудников сразу на ремонт. Если ваше предприятие сможет достичь таких результатов, это и будет реальная цифровая трансформация, о которой говорил Майк. Таким образом, вы откажетесь от нерегулярного сбора данных вручную, от их сложного анализа с привлечением экспертов, от многочисленных полевых обходов. Вы перейдете к использованию полностью автоматизированной замкнутой системы, которая видит и анализирует все происходящее, определяет, как устранить неполадку, и санкционирует выполнение этих действий. Конечно, для внедрения этих технологий по-прежнему нужны квалифицированные сотрудники. Давайте рассмотрим, какие трудности имеют место при организации и проведении сервисного обслуживания на предприятии. Сотрудники, которые проводят техническое обслуживание, вынуждены работать в опасных условиях, при этом количество опытных специалистов сокращается. С применением технологий голосовой и видеосвязи более опытные сотрудники, находясь в офисе, могут контролировать работу своих менее опытных коллег в полевых условиях. С помощью технологии виртуальной реальности мы можем проводить обучение новых сотрудников в более сжатые сроки. Здесь появляется новая бизнес-модель, которую мы называем Connected Services. Одна из услуг, которую мы предлагаем в рамках этого портфеля, называется «Мониторинг состояния клапанов». Регулирующие клапаны — это оборудование, которое требует периодического технического обслуживания. Если важный клапан выходит из строя, это может стоить очень дорого. Мы проводили опрос заказчиков, и многие из них отмечают, что они уделяют техническому обслуживанию клапанов недостаточно времени, потому что у них просто не хватает ресурсов. Услуги по мониторингу регулирующих клапанов предполагают передачу цифровых данных от клапана к экспертам Emerson, которые проводят анализ и дают заказчику рекомендации по дальнейшим действиям. Кроме того, техническое обслуживание может быть выполнено ресурсами наших сервисных инженеров. Вот пример того, как цифровая трансформация меняет людей. Как быстро научить сотрудника выполнять определенную операцию и при этом не бояться, что он будет делать ошибки в процессе обучения? Одно из решений, которое давно используется в авиации, — это тренажеры. Мы можем продемонстрировать решение, когда в виртуальных условиях воссоздаются реальные условия работы для обучения полевых операторов. Мы объединяем высокоточную модель производственного процесса, в данном случае электростанции, с моделью распределенной системы управления и виртуальной 3D-моделью. В результате получаем полного цифрового двойника производственного объекта. Благодаря этому сотрудник, физически находясь в офисе, сможет пройти по морской нефтегазодобывающей платформе. Благодаря этому исключаются ситуации, когда сотрудник после долгого отсутствия на предприятии перекрывает неправильный кран. Перед тем, как начать работу, он 100 раз повторит эту ситуацию на виртуальном тренажере.
Сочетание тренажера, который воспроизводит условия процесса и модели распределенной системы управления, позволяет смоделировать реальные последствия любого действия. На данной схеме представлено полное портфолио решений по цифровой трансформации, которое представляет компания Emerson. Это экосистема PlantWeb. Она полностью соответствует упомянутой модели с данными, их передачей, анализом и оказанием услуг. Голубым цветом выделены так называемые цифровые основы цифровых систем автоматизации, которые мы поставляем заказчикам на протяжении последних 30-40 лет. Серым цветом выделены все новые технологии, решения и сервисы, которые мы представляем в рамках новой волны цифровой трансформации. Здесь представлены новые сенсорные технологии. Например, контроль положения клапана или акустические преобразователи для мониторинга сбросных клапанов, датчики коррозии или технологии для мониторинга местоположения сотрудников и оборудования. Далее следует уровень, который обеспечивает безопасную передачу этих данных в приложение. Что касается приложений, их категории настолько разнообразны, что мне понадобится еще как минимум пара часов, чтобы о них рассказать. Что касается модели «сервис как услуга», то на этом уровне компания Emerson предоставляет облачные программные продукты либо непосредственно услуги своих сервисных специалистов для анализа ваших данных. Еще один вид услуг, которые мы предлагаем, это консультации и помощь при внедрении, то есть монтаже и техническом обслуживании этих уникальных технологий. Вам очень повезло, потому что здесь, в России, представлена одна из наших самых сильных команд экспертов в области передового управления технологическими процессами и цифровой трансформации. После выступления я и сам собираюсь посоветоваться с руководителем этой команды. Это наше мнение о цифровой трансформации. Как говорил Майк, с помощью цифровой трансформации реально достичь высоких бизнес-результатов. Наша компания занимается автоматизацией, поэтому мы не считаем это революцией. Это поступательная эволюция цифровых технологий, которые мы поставляем вот уже много лет. Изменилась только скорость развития подобных технологий, она значительно увеличилась. Мы очень много говорим о том, как вовлекать сотрудников в цифровую трансформацию. Мы говорим о том, что сначала нужно определить проблему технологического процесса, а уже потом выбирать технологию. Как уже отмечал Майк, нужно иметь четкий поэтапный план действий, опирающийся на сложившуюся систему. Не стоит пытаться сразу изменить всю действующую инфраструктуру. Для достижения наилучшего результата вы должны сочетать аналитику, модели основных принципов, машинное обучение и анализ характера и причин отказа. Существует неограниченное количество аналитических технологий. Я уже поделился с вами своим любимым высказыванием о данных. Это не золото, это золотая руда. Важно, чтобы трансформация велась поэтапно. У вас должен быть четкий план действий, состоящий из поэтапных, выполнимых мероприятий, по итогам которых вы достигнете целей, поставленных в отношении цифровой трансформации.